Не верится, да? Получил, верится, вот он ключ. Будете сегодня отмечать входины. Подсажите. Отмечать с родными, близкими, дорогими для нас людей. Отмечать, ну как отмечать? Просто праздновать, тортик, чай пить. Это очень хорошее событие в нашей жизни. Мы очень рады, так что спасибо нашим дорогим, хорошим людям, меценатам, всем людям, которые старались. Президенту, депутатам. Президенту, государству, депутатам. Большое вам спасибо. Слава Богу! Вот, да. Слава Богу. Он все-таки есть. Да, он и был. Есть и будет. Девочки, мальчики, а скажите, раньше, вот до этого события, вы общались друг с другом, дружили? Мы были с половиной где-то. Ну, мы четвером. Он был с ним в первом классе в интернете. Мы с ним, его пока не забрали в семью, мы с ним тоже в одном интернете. Но это мой брат. Тоже в интернете. Уже нет. Я никого не знаю, но я рад познакомиться. А вы учитесь? Да. И то, и другое. И учимся, и работаем. Угу. Сколько лет вам? Я учусь в магистратуре на пятом. Сколько лет? Лет мне 23. 20. Все, и на этом закончится. А где до этого жили? Жили? Везде. Снимал, да. Снимали, потом жили в не очень условиях, потому что дешево. Вот. А теперь можно чуть-чуть. Как-то выживали. Получше. Работали, учились, снимали. А видели уже квартиры? Нет. Нет? С вами пойдем сюда. Так что мы в преддверии чуда. Мы ждем.